на татами 2. Следующий поединок Григорьев Александр в белом кимоно, Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ, города Самара и Владимир. Казарин Олег, Москва. Репин. Четыре минуты и 4 секунды. Мы видим на табло. Оценок пока нет. Преимущества нет ни у одного из соперников. Вот попытка проведения броска с колен. Сейчас снова судьи смотрят. Уход на колени. Используемо отворот кимоно. Докручивание с вращением. Судьи смотрят, на что приземление. И принимает решение. Оценка Вазари. Дзюдоисту сидим кимоно. Казарин Олег ему имеет преимущество. Впереди еще 3 минуты 37 секунд. Время достаточно. И мы наверняка еще увидим технические действия. Потому что из двух каждый желает победить. Борьба за захват. Умышленный уход от захвата Наказуемый. Смотрите, снова моментальный уход. Только взял захват Олег Казарин, моментально уходит на колени и проводит технику выведения. Варианты броска: мельница, плечи. А если бы можно было брать второй рукой, как бы красиво сейчас могло закончиться. Увы. И вот что мы видим. Ответная атака Григорьева, дзюдоиста белым кимоно. Но закончилось безрезультатно. Судьи принимают, что активно. Вот снова атака броска через спину, уходя на колени. Подсечка под пятку. Массивная атака. И новый бросок через спину за 2 раза. Пока оценки не получается у дзюдоиста белого. Но он агрессивно пошел вперед. И вот тут же атака дзюдоиста с синим белым. Так что мы с вами будем свидетелями еще ни одного красивого броска. Вот снова попытка. Неудачно. Представляете, какая динамика. Она прошло еще время. 2 минуты остается и 10 секунд. Вот снова атака. Контратака. Подсад коленю. Дзюдоист синее кимоно. Красивейший бросок. Подсад коленю через грудь. Зашагиванием.
И что мы видим? Приземление, оценка и пон. Поздравляем дзюдоистов в синем кимоно Казарина Олега с красивой победой.